Эй, ребят, всем привет, меня зовут Линдай, и сегодня я вам покажу чит на SideMC, да-да-да, абсолютно новый, без краша и без вылетов и т.д. Ну что ж, качаем данный файл по ссылочке в описании, открываем его. У нас тут есть два файлика, мы их перетаскиваем на рабочий стол. Все, перетащили, это можем закрыть и кто-нибудь отложить в сторонку. Ну что ж, у нас тут есть джарник и папка. Эту папку мы, собственно, должны перетащить в корень диска C. Так, ну что ж, просто перетаскиваем и все. Дальше закрываем. У нас тут есть джарник. Мы его запускаем, два раза кликая на него. Ждем. Тут создатель чита, собственно. Нажимаем Yes. Все, подведение выполнено. Ок. Ну что ж, ждем чуть-чуть. Так. Все, тут поднял логин и пароль, я думаю, все знают. Выбираем сервер. Дальше нам начать игру. Все, у нас авторизация. Я пока поставлю на паузу. Ну что же, у нас загрузился сам лаунчер. Делаем на полный экран. Нажимаем сетевая игра. Выбираем сервер. Любой абсолютно. Ну, на котором вы играете. Ждем. Так. Я еще долго подключилась. Так, вот, собственно, мы зашли. Все, у нас стандартный титаниум. Открывается на кнопку Йо. Все, у нас титаниум. Тут маунт, лаура, всякое такое. XP, X-Ray, все такое, в общем-то. Я думаю, все знают. Ну что ж, для бинда, ну, чтобы биндить кнопки, вам необходимо ввести в эту красную строку, в титаниуме, да? Пишем бинд, так, сейчас, пишем бинд, X-Ray, вот так, все, теперь у нас на X, давайте X-Ray, чтобы вот эта вот карта не вылетала, нажимаем M, и мини-карту отключаем просто на первую штуку кликаем. Нажимаем выход. У нас теперь ничего не открывается. Так, дальше тоже там. Также fly. F. Да, нет, bind. Bind. F. Fly. Я даже не проверяла, мне кажется, тут фикс его, да? Или нет? Да, фикс, ребята, fly. Что fly тут не работает, так что он бесполезен. Ну, а зато X-Ray есть, да? Так, чтобы включить Bold Fulbright, чтобы у вас руки, собственно, не такие темные были, нажимаю тоже ее. Так, Fulbright, ищем, где он, вот он. Все, у нас включился Fulbright. И все, у нас все руби есть, тут можете что угодно делать. Я думаю, вам понравился данный чит, и вы поставите лайк, а также подпишитесь на мой канал. Кстати, рекомендую посмотреть приватный способ взлома любых игроков на абсолютно любых проектах. Вы можете также узнавать этого игрока, ну, любого игрока на SideMC, там, любого абсолютно, хоть на Onlyland'е. Ну что, я думаю, вы поняли. Ну что ж, подписываемся, ставим лайки, оставляем положительные комментарии. Скоро будут еще читы на разные проекты. Всем пока!